Трое военных ранены в результате взрыва на полигоне 17-й танковой бригады в Кривом Роге. ЧП произошло сегодня около 9 часов утра. Солдаты как раз готовились к учениям. Все подробности выясняла Елена Миндалюк. Несчастный случай произошел на полигоне 17-й танковой бригады Вооруженных сил Украины на Макулане. Это всего в нескольких километрах от жилых домов. Местные жители говорят, слышали мощный взрыв. Сильно рвануло. Обычно, когда у нас стрельбы идут, то не так сильно, а это просто не запланировано, как говорится. Уже через час после взрыва пострадавших военных привезли во вторую городскую больницу Кривого Рога. Из приемного отделения сразу же отправили в операционные. У всех осколочные ранения. Двое были в тяжелом, третий в критическом состоянии. За жизни пациентов хирурги боролись несколько часов. Одному из раненых пришлось ампутировать ногу. Прооперированный находится сейчас в реанимации. Медики почти не дают комментариев. К пострадавшим не пускают. Как удалось выяснить, раненые – это двое контрактников, им по 22 года и 21-летний срочник. В ряды Нацгвардии парня призвали весной прошлого года. Утром солдаты готовили полигон для учений по стрельбе. Під час встановлення мішені пролунав вибух, тому невідомо, що стало причиною цього вибуха. Вибухотехніки працюють, і за результатами їх роботи буде відомо, що саме призвело до поранення військовослужбовців. Було сформовано слідчу оперативну групу у складі співробітників військової прокуратури Криворізького гарнізону та слідчого відділу Криворізького відділення поліції. По факту произошедшего на полигоне уже начата служебная проверка. Военной прокуратурой открыто уголовное производство по статье «Неосторожное обращение с оружием». Максимальное наказание для виновных – до 10 лет тюрьмы. Елена Миндалюк, подробности, телеканал Интер, Днепропетровская область.